Всем привет, всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас видосик по игре Conan Exile. Не стрим, друзья, видосик, потому что у меня последние два дня почему-то интернет очень сильно шалит. Я хотел вчера постримить, но не удалось. То есть интернет у меня пропадает на несколько секунд. 2-3 до 10 секунд, потом несколько минут работает, опять пропадает. И вот я решил видосик записать. Ну, так как на данный момент я стримить не могу. Короче, друзья, как вы видите, скоро начнется чистка. Но до начала чистки нам надо подготовиться. И у меня, друзья, к вам будет определенное предложение, которое вам понравится, я думаю. Потому что предложение очень интересное. Короче, друзья, в чем суть-то? Я предлагаю вам придумывать мне квесты, задания там определенные, которые я должен буду выполнить на следующее видео, либо следующий стрим. Задания, друзья, принимаются в течение 2 дней после выхода этого видео. Поэтому, друзья, посмотрите дату выхода видео и убедитесь, что после даты выхода не прошло больше 2 дней. Так как после этого вы можете оставить свои задания под последним выложенным видео по Конану, ну, либо стримом. Короче, друзья, вы пишите в комментариях свое задание и определенные призы мне за выполнение этого задания. Естественно, я выполняю задание на стриме, либо в видосике, ну и получаю потом эти призы. Вот скажем, друзья, у меня левел 58. Так, зайдем в оружейку. Скажем, крафтить и изготавливать рукоятки я могу на 60 уровне. Поэтому, друзья, что я вам предлагаю? Вы мне предлагаете квест, либо задание. И в качестве приза я смогу выдать себе с помощью админки по одной штуке, скажем, каждой рукоятки. Длинную рукоять смогу выдать себе, короткую рукоять под кинжалы и рукоять для одноручного оружия. Я думаю, друзья, что такой опыт будет очень интересным. Поэтому не поленитесь, придумайте что-то интересного и напишите в комментариях. А через 2 дня я выберу самый интересный квест, который там будет, и выполню его. Это предложение для тех, кто любит смотреть Конан на моем канале, для моих, так сказать, подписчиков. Ну ладно, друзья, скоро начнется чистка, надо подготовиться, надо отремонтировать броню, надо отремонтировать свое оружие. Пика у меня тоже нехило поломана. Ну что ж, вперед. И надо, кстати, выставить своих бойцов. Блин, текстуры еще загружаются, я только игру запустил. Как вы видите, друзья, мои бойцы готовы. Это гирканский лучник, также... Нордхемский боец третий, кладоискатель есть, Рига роковая, Торуга и так далее. Есть у меня тут, друзья, 6 бойцов конкретно, 6 бойцов именных. Я, конечно, всех сейчас выкладывать не хочу. Я хочу парочку выложить. Так, ну-ка давай-ка выложим их. 2 северянина, друзья, я думаю, это будут... достаточно сильные бойцы. Хотя давайте посмотрим, сколько у них хп. Хп, хотя хп у них немного. Но у одного 3 зубца, у другого длинный меч из стали. Конкретно длинный стальной меч, двуручка. И стальной 3 зубец. Хорошее оружие, кстати. 33 урона. Ну-ка, меч сколько? Меч 34 урона. Да, действительно, хорошее оружие. Давайте скрафтим для них броню. Так, ну-ка, где оно тут? Надо подготовить кое-что. Под среднюю броньку. Так, 2 штуки сделать. Под средний шлем тоже 2 штуки. Под набедренники 2 штуки. Под перчатки тоже 2 штуки. Делать я буду им, друзья, безупречную броню. Так, давайте сделаем 2 керасы в акелонском стиле безупречных для пехотинца. И не хватает мне, друзья, железа, как я понимаю, да? Сейчас притащим еще железо. Железо у меня есть. Так, продолжим, друзья. Сделаем 2 шлема пехотинца конкретно. 2 штуки. Так, это у нас разведчика перчатки, а нам нужны наручи пехотинца. 2 штуки сделаем. И сапоги тоже пехотинца. Так. Ну что, друзья, броня по сути готова. Да, готова броня. Давайте заберем ее. Сейчас оденем наших пехотинцев. Так, первый. Забираем у него одежду. Давайте накинем ему броню. Вот такой вот бравый боец получился. А это мой шлем, да? Походу мой. А не, я этому свой шлем отдал.
У меня просто черный шлем, друзья. Я его в черный цвет покрасил. Так, верни-ка, братан, мой шлем, а? Вот таким вот образом сделаем. Да, это мой шлем. Он черный. Ну что, друзья, давайте расставим наших пехотинцев по местам. Второму следовать за мной и побежали. У меня уже один боец стоит здесь за воротами. Капитан Йошуа. И, кстати, еще одна из кладоискателей. У меня уже тут стоят два именных бойца, поэтому, друзья, я не знаю, куда мы этих поставим. Может, по углам их рассадить, что ли? Давайте по углам их так рассадим пока что. Я потом им место найду. Хотя, может быть, даже на углах я оставлю. Кстати говоря, я сломал колесо боли третье и поставил сюда этого алтарь Джабалсага. Я решил, друзья, больше не мучить вас ночью и сделать себе зелье ночного зрения. Ну что, друзья, позаботились мы о бойцах. Так, шлем пока что можно снять. Давайте теперь починим себе броньку, а также оружие. Так, ремонт и ремонт. Оружие готово. Так, надо броньку еще починить и выкинуть этот хлам. Так, оружие и броньку я себе, друзья, полностью починил. Все, я готов к бою. А вот и начало чистки. Через 5 минут начнется чистка. Я, короче, начал записывать чистку и, к сожалению, у меня вылетела опять же игра, крашнула. Но чистка не спала, как бы немножко там несколько волн прошло. Ждем, друзья, начала новой чистки. Я добыл немножко сердец. Также, друзья, я добыл немножко крови. Как вы видите, я сделал себе кровопускатель. Добыл с помощью него 14 святой крови. Ну и сделал себе 14 зелий ночного зрения. Чтобы не мучить вас, друзья, в длинных переходах, когда у меня по полчаса ночь на сервере. А также я собираю, друзья, эти сердца для того, чтобы скрафтить вот этот вот хпш с змеиным клеймом. Ну, с клеймом змея, точнее сказать. Я скрафтил только что вот этот чит. Нихера себе у него прочка, бля, 4500. Урон здоровья 28, если бить читом. А это нехилый щит, друзья, я вам скажу. Ну-ка, давайте заценим его. И выглядит он так нехило. Как вы видите, друзья, я щит себе сделал уже, но я хочу сделать вот такой хпш, короче, со клеймом змея. Так, нам надо еще 6 сердец. Охренеть, я уже столько сердец просрал пока жду. А, не, вот у меня есть, есть, я не заметил. Давайте сделаем тогда. Так, все есть. Сделаем один, короче. А на все остальное можно наделать вот такие вот зелий. Ну, противоядие сета. Так, еще 14 штук, а то пропадут сердца. Они очень быстро пропадают в течение часа. Так, ладно, пока все это делается, давайте скинем лишний хлам. Я пока что жду новой чистки. Так, скоро начнется чистка, друзья. Я переодел, короче, нашу девочку в эту одежду. В одежду сета. И сейчас посмотрим, как выглядит броня, друзья. Так, это у нас щит. Так, это у нас, друзья, щит сета. А это нихера себе, у него реально клеймо сета, вы посмотрите. Клеймо змея реально. На этом хпше. Охренеть. Они плохо смотрятся. Я не знаю, как вам, друзья, но я так смотрю, неплохо смотрится. Друзья, чистка у меня на максимальном уровне, как вы видите. По идее, должна длиться полчаса. Ну а там уже посмотрим, так как, по сути, почти половина чистки уже прошло. Так, группа изгнанников атакует. По идее, друзья, минут 20 должна длиться чистка. Так, пошло, поехало, короче.
промазал, а? Вот сучка вертлявая. Блин, попал в своего же. Так, короче, друзья. Где-то тут у нас еще есть кто-то. О, Сет со мной общается, блин. Так, давайте спустимся вниз и посмотрим, друзья, на что способен ХПш Сета. Вот. Неплохое оружие, я вам скажу. Реально неплохое. Ну-ка. А, все, всех поубивали. Нам остается собирать лишь кровь и сердца. Там уже по надобности, конечно. Занимаю опять же свою вышку, друзья, и командую войсками. Откуда прут? Так, с той стороны прут. Смотри, попал на таком расстоянии. Кстати, это у нас именной там кто-то. Блин, не вижу. Дайте пальнуть тоже, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там, по-моему, у девки такой же шлем, как у меня. О, из акрилонской брони. Так, а ну-ка давайте спустимся, проверим. Интересно просто. А, нет, я ошибся. Ладно, тогда заберем с нее святой крови. Отстрел я тоже собираю, учитывая, что я стреляю. А, я забыл, друзья, юзнуть зелье застрельщика. Так, кто у нас это? Рекубица, да? Рекубица принес нам безупречной брони, которая мне нафиг не нужна. Так, атакует, короче, еще одна волна. Ну, вперед за родину. По-моему, там именной один. А, нет, это лучники. Вот это, конечно, Рино лупит, а? Вот сука. Куда ты отходишь, а? Я бы с радостью рубил бы их вблизи, друзья, милишникам, но, к сожалению, когда я влетаю в мясо, я тупо вылетаю, блин, тупо вылетаю. Игра тупо крашит. Поэтому буду, короче, милишником. Там в крайних случаях. Группа голодных изгнанников атакует. Так, одного я уже вижу. И не только одного. Опа, промазал. Опа-на. Ты на кого, а? На жрицу Сета хочешь напасть? Так, в мясо не влетаем, а то я, как обычно, бля, начинаю залетать в мясо, а потом вылетаю, бля. О, какие бидоны у нее, бля, даже убивать не хочется. Ладно, в расход. С такой армией, друзья, можно смело на босса какого-то пойти и просто разорвать этого босса на куски. Так, все. Группа изгнанников отбита. Дальше собираем кровь. Так, друзья, очередная волна началась. Короче, они напали на этот раз на картограф. Поэтому давайте порешаем их. Опа-на. Именная, блядь.
Так, это странно, что один тигр ни хера не делает. Ну-ка, иди давай на свободу. Ну и остальные тигры почему-то не нападают. Эй, алло. Хули ты тут стоишь, а? Не хочу на близкое расстояние подходить, друзья, дабы не вылететь опять же, блин. Не, красавцы, отбили картограф. Очередная группа, друзья, изгнанников атакует. Капитан Йошева застрял, зараза. Застрял он в этой жаровне. Хотя, ладно. Я вытащил, короче, носильщицу. Хотя, ладно, застрял. Я вытащил носильщицу, короче. Так, бой тут происходит. Давай-ка сдалека полупим немножко. Давайте картограф проверим. Ну и, судя по всему, с той стороны кто-то тоже нападает, учитывая, что Рину нет на месте. Щемят нашего, короче. Вот это мясо. Кто-то у нас там так размахивает, а? Именная, что ли? Так, ладно, валите отсюда. Собрались тут все, блин. Давайте посмотрим, кто это был. Так, подвинься, Рино, подвинься. А, это Берри. О, кстати, повязка ванов. Отлично. Берри, как всегда, приносит нормально так добра. Короче, друзья, очередной вылет игры заставил меня закончить этот видосик тут. Чистка, конечно, не закончилась, но я потом закончу как-то вне видео. Суть видосика-то не в самой чистке, суть видосика в том, чтобы сделать это объявление. Короче, друзья, вы можете оставить в описании под этим видео какие-то, я не знаю, квесты, задания для того, чтобы я их выполнил, а потом я получу за это определенные вещи. Нужно мне, как я уже говорил, нужна тетива для лука. Также мне нужно по одной рукоятке к каждому оружию. За один квест, друзья, я могу получить одну деталь, любую. Что я получу за тот или иной квест, который вы придумаете, решайте сами. Вы сами впишите награду в конце. Не забывайте о том, что лучшая награда ютуберу это, конечно же, лайк, подписка, комментарий. Ну а тут я с вами прощаюсь, друзья. С вами был Барат. Всем удачи и добра. Всем пока.